14 сентября пройдут выборы в Законодательную думу Хабаровского края. На сегодняшний день завершилась регистрация кандидатов. В единый день голосования 14 сентября у нас пройдут выборы депутатов Законодательной думы Хабаровского края 6 созыва и депутатов Совета депутатов Болонского сельского поселения Амурского муниципального района. По нашему Амурскому одномандатному избирательному округу номер 12 выдвинулось 8 человек. Это 6 человек от политических партий и 2 человека в порядке самовыдвижения. Но зарегистрированы у нас только 5 кандидатов. Это кандидаты все от политических партий. Зубихин Геннадий Викторович от партии «Яблоко». Тагунов Виктор Федорович от партии «Единая Россия». Ткачева Любовь Геннадьевна от партии «Справедливая Россия». Эти люди проживают у нас в городе Амурске. И 2 человека, это Постников Виктор Михайлович, зарегистрирован от партии Коммунистическая партия Российской Федерации, и Савочкин Геннадий Александрович, он зарегистрирован от партии ЛДПР, проживает в городе Хабаровске. Если мы будем с вами говорить по избирательным объединениям, которые зарегистрированы по пропорциональным спискам кандидатов в депутаты, то на сегодняшний день у нас это 7 партий. Это «Единая Россия», Коммунистическая партия Российской Федерации, «Справедливая Россия», Либерально-демократическая партия, политическая партия «Яблоко», новая такая партия у нас появилась «Родина», а также политическая партия «Коммунисты России». Итого, как я сказала, уже 7 партий. Если мы будем говорить про выборы депутатов в Совет депутатов Болонского сельского поселения, то из 27 человек, которые выдвинулись кандидатов, у нас осталось только зарегистрированы 21 человек. Из них 8 человек у нас идут от партии «Единая Россия», все остальные в порядке самовыдвижения.